Вот как сейчас церковь, она может кому-то казаться униженной, или люди верующие кажутся такой слабой, такой униженной. А это вообще носитель Царства Божьего, носитель Бога. Это на Святой вокзал пришла дверь в небо. Почему мы говорим Святой вокзал? Потому что дверь в небо открыта. Через кого? Через вас. Потому что вы Бога принесли туда. Через вас. И он признавал власть Иисуса, называл его как? «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». Несмотря на то, что это совершенно не похоже на Бога или на Господа, объект, можно так сказать, висел. Ну, растерзанный весь, униженный, перед этим еще принял столько ударов. Но это четко понимал, что это Господь. Это признание власти. Скажи, признание власти. Это третий начаток учения Христова. Четвертое. Он верил в жизнь вечную. И просил Христа вспомнить о нем в Царстве Небесном. Он просил, можно так сказать, о воскресении. Он сказал: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». То есть он точно был уверен, что это идет в Царство Небесное, и успел заскочить, так сказать, в этот вагон.